И они жили вместе долго и счастливо. Мам, пап, эй, подождите меня! Семейный поход в кино. Фильм про Дикий Запад. Мой любимый. Папа с мамой обожают фильмы про ковбоев, а Люси не очень. Встречайте, обновленные родители. Версия 2.0. Ковбои в городе. Мам, пап, вы чего? Бежим, дорогая. Вот, съешь яблочко. Последний кусочек пиццы. За него идет нешуточная дуэль. Красотка Эшли против Большого Билла. О, последний кусочек будет моим. Что? Вау! Последняя корочка от пиццы. Дуэль продолжается. Золотце, смотри, тебя ждет красивая шляпка. Нет. Ну, пожалуйста, надень шляпу. Ради нас с папой. Ладно. Yes! Что? Вот это Люси вырядилась. Что за доисторический стиль? Тема «История Дикого Запада». О, Люси молодец. Отлично подготовилась к уроку. Все берите с Люси пример. У всех ковбоев есть шпоры на сапогах, кроме меня. Но у меня есть идея. Леди, оцените мои новые шпоры. Авторский дизайн, ручная работа. Вау, как красиво, дорогой. Мои шпоры – универсальное изобретение. Приятного аппетита. О, нет! Спасите! Поезд! Дама в беде. Я уже мчусь на помощь. А поезд все ближе. Скачи быстрее, ковбой! Помогите! Фух, успел. Ты мой герой. Поскакали вместе в закат. Что? Моя Пепси! Кто-то подстрелил тебя? Все банки в дырках. Я догадываюсь, кто это сделал. Молодец, дорогой. В яблочко. Моя очередь. Да, прямо в цель. Родители? Это мое. Где мой стакан? Я такой меткий. Упс. Добро пожаловать. У нас особый заказ. Сделайте моей дочери вот такую ковбойскую прическу. Нет. Не волнуйтесь, я все сделаю. Вау! Готово. Ковбойская шляпа, как вы просили. Великолепно! Что?
Люси, я хотел... Что? Минуточку. Это же они. Индейцы в розыске. Папу не проведешь. Полиция. Я обнаружил злоумышленников. Я хочу сдать их властям штата. Серьезно? Спасибо за работу, ковбой. Рад быть полезным. Поскакали в участок, ковбой. Хорошего вечера, леди. Стоять, доченька. Пора помыть посуду. Что? Ладно. Молодец. Посуда подождет. Куда? Нет, это уже слишком. А лассо в самый раз. От меня не убежишь, Люси. Даже твой папа не смог. Что ты сидишь без дела, дорогой? Пропылесось полы. А ты продолжай мыть посуду. Люси, знаешь, что идеально подойдет для селфи? Что? И тут она. Опять эта шляпа? Ну все, я тебя испорчу. Фу, мокрая шляпа никому не нужна. Мама, твоя шляпа испорчена. Окей. Смотри. Вот это отличный головной убор. Тебе идет. Шляпа из ночного горшка точно не намокнет. Мой зуб. Я переела сладкого. Золотце, покажи, что у тебя с зубом. Нет. Открой рот. Ну же. Отлично, проход открыт. Ловлю зуб. И заряжаем автомат. Да! Нет! Это будет быстро. Вот мой трофей. Спасибо, зуб больше не болит. Офисный шреддер – мечта любого модного ковбоя. Вау, это то, что мне нужно. Можно мне воспользоваться вашей машинкой? Просто вставьте туда мою жилетку. Уверена? Ну, хорошо. Да, чуть ровнее. Отлично. Идеальная бахрома. Спасибо большое. Где твой зубик? Зубная фея? Извини за беспокойство. Оп! Теперь я шериф. Фух, это было легко. Какое неуважение! Я буду жаловаться! Что здесь у нас? Зуб? Пфф. Дочь шерифа заслуживает большего. Отличная работа, шериф. Моя шея. Что это? Сундук с золотом? Вау! О, спасибо, зубная фея! Вау, это мне подходит. Консультант? Я хочу такую же. Минутку. Вот как раз ваш размер. Нет, я имел в виду зубочистку. Да? Вот все, что у нас есть. Мне подходит. Беру оптом. Спасибо. Нас трое, а он всего один.
же делать? За мной, ребята! Догоняйте! Но, мой верный конь! Настоящие ковбои никогда не пропадут. И они жили вместе, долго и счастливо. Понравилась наша семья ковбоев? Тогда пиши в комментариях, любишь ли ты истории про Дикий Запад. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале Вуху.